Я хочу на Новый год. Так многие из нас в детстве о своих желаниях писали в письмах Деду Морозу. Но во взрослой жизни хочется верить в исполнение мечты, особенно под Новый год. Счастье. Все? Элементарно, счастье. У счастливого человека все есть, ему ничего не надо, как говорится. Поэтому счастье всем и себе. Все, моя мечта, чтобы народ вздохнул от этой всякой пандемии, всяких болезней вот этих. Спасибо, мы тоже об этом мечтаем. Да. Спасибо. Еще, конечно, бы лучше бы, еще бы, конечно, зарплату добавили бы. А то цены растут, а зарплата на одном месте у нас. Счастье. А ты чего хочешь в следующем году? Всего. Пятерок. Все, а ты Дед Мороз уже написала письмо? Нет. А будешь писать? Да. А что будешь писать? Что ему загадаешь? Куклу. Я бы хотела куклу. Маму куклу и маленькую куклу девочку. Чего бы вы хотели в новом году? Я счастья и денег. Здоровья, конечно, всем. А себе любимый что? Ну, себе, конечно, тоже здоровье. Чтоб муж любил. Детишек побольше. Много денег. А еще что? Счастье, конечно, и побольше здоровья. Чтобы коронавирус закончился. Ну, в нашей ситуации сложной с коронавирусом, конечно, в первую очередь здоровье. Вот. Ну и просто положительных эмоций. Сессию закрыть. Самое главное. Да. А потом? Праздновать. Подарок. Какой? Не знаю, новогодний, сладкий, скорее всего. Эпидемия прекратилась на всем земном шаре. Это самое главное. Здоровье всем.